Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и сегодня мы с вами рассмотрим презентацию Apple Event, которая состоялась 10 ноября. Поехали! Презентация началась с нового чипа M1, это 5-нанометровый чип, 16 миллионов процессоров, как всегда, 8-ядерный, самый мощный в мире, то есть очень энергоэффективный. И 13 триллионов процессоров в безопасности занимает. То есть очень безопасный, очень эффективный, в два раза быстрее, чем обычно. И как бы мы тут не удивлены. Это то, что нам обещала Apple. Она всегда занимается именно тем, что она нам дает. То есть это самый мощный, самый быстрый чип, самый безопасный, самый энергоэффективный, что нам и представили. И приступаем сразу же к MacBook Air. Это самый производительный, энергоэффективный, в 3 раза быстрее в редактировании всех процессоров, в 5 раз лучше графика, в 3 раза быстрее чип, чем в ПК, в лэптопах, в 2 раза быстрее SSD, в 15 часов веб-браузера воспроизведения видео, 6 часов, и FaceTime звонки теперь намного лучше и четче. Это все те функции, то есть стоят в двух версиях. Вот видели 899, 999. Ну и конечно же нам опять презентуют красиво Mac Mini. В 3 раза быстрее CPU, в 6 раз быстрее графический GPU процессор, в 15 раз быстрее время работы в процессах абсолютно всех. Neural Engine, как это называют и нам здесь говорят. Очень классная штучка, маленькая, компактная, производительная, как раз то, что нужно для тех людей, которые любят компактно экономить место. И как видите, ее цена $699. Очень потрясающая, классная на вид, всем советую. А здесь пошла совсем другая красота. Это будет MacBook Pro. В 2,8 раз быстрее CPU, в 3 раза быстрее, чем ПК, лэптоп, в 11 раз быстрее в производительности, 17 часов веб-браузинга, 20 часов музыки, 10 часов видео, XDR дисплей, ну вообще красота, как мы все любим. В двух версиях, чуть попроще 1200, чуть по навороченнее 1300. То есть это те все показатели, которые нам представили. Очень круто, классно, сами видите. То есть презентация была, конечно же, на одну тематику, можно сказать. Хотелось бы чего-то новенького. Наушнички ждали, метку AirTag и так далее, и так далее. Нам этого не представили, ну что есть, то есть. Что добавили, тем и наслаждаемся, как бы, но все равно они нас не перестают радовать, они, как всегда, не боятся говорить о том, что у них самые мощные чипы, самые быстрые, и это подтверждает того, у них собственный чип, очень классный, Big Sur уже можете накатить сейчас и покупать все остальное. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, подписывайтесь также на мои соцсети, оставляйте комментарии, для меня это очень важно. Всем пока!